Приветствую, с вами Павел Кольцев. Я сейчас отдыхаю в отеле Ruby Platinum. И я решил сделать небольшой видеообзор того главного ресторана, где, собственно, кормят завтраками, обедами и ужинами. Потому что, когда я читал тексты и отзывы, ну, как бы перед тем, как выбирать свой ресторан, куда поехать, тут было написано, ой, тут мало, недостаточно и прочее. Чтобы вы могли, собственно, своими глазами посмотреть, на мой взгляд, здесь, в общем, всего много, вкусно и здорово. Итого. Огромный выбор сыров, всяких разных. Я, по-моему, их здесь неделю уже нахожусь, перепробовал почти что все. Дальше. Здесь, турецкие закуски. Ну, типа салаты, ну, мне они как-то не пошли, я предпочитаю свежие фрукты есть. Вот еще всякого разного рода закусочки. Вот еще закуски, тут перцы фаршированные эти, селедки, кильки, уж не знаю, что такое. А, вот здесь вот единственное место, где есть эти апельсины, потому что там, где фрукты, их почему-то нету, поэтому приходится их искать здесь. Лимонный соус, оливковое масло, виноградный уксус, чтобы поливать. Вот здесь вот всякие соления, копчения, свежие овощи. Причем, что хорошо, сам можешь для себя соорудить салат из того, чего тебе именно хочется, что не приходится... В общем, есть то, что навязывают. В общем, собрал сам себе из травки то, чего желаешь. И, в общем, кушаешь. Причем здесь есть здоровые такие миски. В них, собственно, все и накладывается. Так, тут разные соусы. Коктейльный соус, гранатовый соус, нарезка, огурцы, помидоры, оливковое масло, соус с йогуртом, соус с бальзамик. В общем, куча всего. Дальше. Здесь еще есть супчики, и к супчикам идут совершенно потрясающие вкусноты сухарики. Ну, то есть можно положить сухари, можно положить зелень, можно положить сыр, можно положить лимон. Сегодня у нас так, вермишелевый суп и куриный бульон консоме. В общем, я брал у них, по-моему, из шпината был. И грибной суп. Прям вот мне очень понравилось. Остальное как-то я равнодушен. Дальше. Хлебы. То есть хлеб всякий разный. Выпечка такая, выпечка сякая. Причем это не сладкая выпечка, а именно такие вот. Хлеб всякий разный. Если вы любите хлеба, ну я, в общем, хлеб мало ем. Практически не употребляю. Здесь, в общем, вот на любой вкус. Да, и, по-моему, здесь вот масло лежит. Так, дальше, что у нас тут есть? Есть диетический уголочек, здесь вареная рыба и вареные куриные крылья. В общем, не богато, но, в общем, вспомнив о том, что там много овощей и фруктов, вполне достаточно. Дальше, вот здесь вот все время меняется, здесь сегодня у нас курица, гриль. Ну, тут был вчера очень вкусный теленок. Так, макароны такие, макароны сякие. Так, дальше что у нас тут есть сегодня? Гратен из морепродуктов. Не знаю, что такое, надо будет попробовать. Нут телятина. Сатэ из говядины. Причем блюда здесь меняются. Причем, обратите внимание, сделано очень разумно. То есть здесь стоят вот то, что приготовили, а здесь прям вот кухня. То есть там они все дело готовят и тут же все выставляют. Причем блюдо закончилось, либо приготовили заново, либо какое-то новое поставили. Так, и вот здесь вот у нас лещ на гриле, то есть рыбка вкусная, я брал. Рис, вот здесь вот жареная индейка тоже очень вкусная. Так, кабачки тушеные. Вот соус из горчицы с медом очень вкусно мне понравился. Картофельное пюре, но я его не ем. Фрикадельки роста, правда у них тут фрикадельки, это вот такие котлетища огромные. Плов из пшеницы. Жаркое с курицей, жареный картофель, ну, по-моему, это не картофель, по-моему, это что-то другое. Вот видите, вот здесь вот все это готовится и сразу же выставляется. На мой взгляд, концепция очень разумная, очень хорошая, мне она очень понравилась, потому что в других отелях, где я был, там обычно в одном месте выставляли, а в другом, собственно, готовили. Так, и вот здесь вот деликатесом. Привет. А? Русский? Алания дюнью. В Алании сделано? Да. Одну же дала, одну же друг.
Очень вкусно, сладкая арбуза, да. Вот я у них здесь практически каждую трапезу начинаю показывать. Говорят, дыня выращена в Алании. Арбузы очень вкусные. Я свою каждую трапезу начинаю именно с арбузов. Ну и кусочек дыни еще. Здесь прям их так нарезают, получается прям обалденно. А, дальше. Уголок свежих овощей и фруктов. Но я обычно здесь после пробежки захожу, беру пару яблок и завтракаю ими. Ну, яблоки, апельсины, груши, персики. Так, и вот здесь вот черешня. Черешня вкусная, черешню я тоже постоянно беру. Так, вот здесь сейчас положат лепешка пиде. Ну, здесь у них на обед лепешки, на ужин они обычно делают обалденной вкусноты пиццы. То есть я обычно пиццы не ем, мне пиццы как-то, ну, все равно. Но то, что делают здесь, вот эти вот пиццы, это прям вот какое-то, вот, собственно, тонюсенькое тесто, много сыра. Но один нюанс, они вкусны только, когда горячие. Если хотя бы немного уже остыли, все, весь вкус теряется. Патиссерия. Ну, это, наверное, десерты. Вот хлеб выпеченный тут же. И куча всяких разных десертов. Опять же, вот на любой вкус. Такие десерты, сякие десерты, пироженки. Ну, из того, что я пробовал, мне больше всего понравились вот эти вот турецкие десерты, тесто, пропитанное сладким медовым сиропом. Это прям вот обалденно. Ну и обычные другие еще десерты. Я их тоже брал, но мне вот как-то больше всего легли именно турецкие, потому что такие пироженки я могу и в другом месте попробовать, а вот турецкие десерты только здесь. Ну и здесь всякие разные, не знаю, там муссы они правильно называются или еще как. В общем, выбор исключительно богат. Так что, если кто-то вам будет говорить, что здесь в Руби мало, всего много, все сожрать не получится, даже попробовать все не получится. Вот здесь, соответственно, уголочек гриль, и сразу все подписано Daily Specials. Ну, вот то, что было сделано сегодня. Hot Dishes. Причем здесь большие залы. Я сейчас пройду, покажу. Вот один зал, где можно посидеть. Ну, это на случай жары. Что в жару я, честно говоря, не люблю находиться на солнце. Поэтому с 12 до 3 рекомендация лучше уходить с солнца, потому что солнце здесь жгучее. Я когда в первый день буквально задержался до полпервого, я там достаточно сильно подгорел. Так, еще один зал. Опять же, где можно покушать. И вот здесь большой зал, через который выход на веранду. И здесь веранда на открытом свежем воздухе, с ветерочком. В общем, мне нравится обедать здесь. Потому что если уж приехал в Турцию, то лучше, что сидеть в помещении, лучше дышать свежим воздухом. Так, здесь, наверное, вам не очень хорошо видно, потому что из-за перепада цветов. Ну и, собственно, такие вот двух-четырехместные столики. Вот здесь у них уголок, где бармены наливают всякие разные штуки. Ну, я алкоголь не люблю, я тут распробовал айрана. Айран у них совершенно потрясающая вкусная штука. Ну что, я надеюсь, вам понравилась эта небольшая видеоэкскурсия. Если понравилось, жмите на кнопку лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами из отеля Ruby Platinum, из главного ресторана, где проходят завтраки, обеды и ужины, Павел Колесов. Путешествуйте, это здорово. Счастливо, до следующих встреч.